Свыше 200 махачкалинцев проверили здоровье сердца. Возможность пройти бесплатное профилактическое обследование появилась у жителей столицы в рамках Всемирного дня сердца. Как не стать жертвой инсульта и предотвратить инфаркт миокарда, узнавала Ларяна Шамхалаева. В Дагестане регистрируется более 2500 инфарктов миокарда ежедневно. Именно поэтому акция под лозунгом «Сделай сердце сильнее» так важна для горожан, объясняют организаторы. В фойе Аварского театра была развернута медицинская площадка, где специалисты Центра здоровья, психотерапевты, врачи гигиенического воспитания и кардиологи консультировали всех желающих. Все медицинские работники, я в том числе к этому присоединяюсь, говорят о том, что в первую очередь это, конечно же, образ жизни. Обязательно нужно измерять свой уровень глюкозы, холестерина, цифры артериального давления, бороться с гиподинамией, повысить в рационе питания свежие фрукты, овощи, ягоды, зелень, а также, конечно же, борьба с вредными привычками. Но не только консультации привлекли горожан, мероприятие было интересно и антропометрическими измерениями. Сердце проверил, давление померил, и сейчас пойду сахар тоже буду мерить. Пока что давление нормальное, и этот кардиограмма сердца тоже нормальная. Как выяснилось, помимо взрослых людей, следят за здоровьем юноши и девушки. Они с удовольствием диагностировали сердце с помощью современного оборудования, измеряли рост, вес и силу кистей рук. Я не мог сегодня пропустить эту акцию, так как я сам являюсь студентом медуниверситета и постоянно слежу за своим здоровьем. И так как в этом месяце я не проверялся, я решил провериться и прийти сюда. Каждый участник акции, прошедший обследование, получил в подарок красный шар, символизирующий сердце, а напоследок врачи напомнили, что болезнь всегда легче предотвратить, нежели вылечить. Ларяна Шамхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.